Господа, многие удивляются вообще, как же меня находят приключения. А вот очень просто. Расскажу вам маленькую историю. Сегодня поехал с рейса домой, приехал на электричке, пошел на вокзал, как раз на машину к своей. Иду к своей машине, там очень много стоянок, там все дела, тачки стоят. Слышу мяуканье, не знаю откуда, что за фигня. Короче, оказалось то, что под одной машиной, мимо которой я проходил, под капотом, там где моторный отсек, залез маленький котенок. Ну, залез, надо же его как-то доставать. Фу, сколько усилий мне это стоило. Мне помогли работники железной дороги, пассажиры Вилсонса, для того, чтобы можно было это маленькое несчастное животное достать. Осталось только его теперь достать из моей машины. Дело в том, что... Я вам расскажу дальше эту историю, как вам. Я узнал, что чья машина. Созвонился с хозяйкой. Мне пришлось, короче, ехать в другой конец города, Елгава, за хозяйкой. Открыли машину, открываем капот. Смотрим маленький котенок, которому примерно месяц. Черный, глаз один слезится, а второй вроде чистенький. Кот дикий, пальцы мне покусал, да. Ну что делать, бывает такое дело. Не впервой, скажем так, придется в очередной раз прививки делать от столбняка. Бог с ним. Но, чтобы кот не убежал никуда, я засунул его к себе в машину. Просто реально, у меня не было никакой переноски, ничего. Открыл дверь, кинул. Ну, вы как видите, у меня сейчас что-то почему-то салон разобран. Короче, вот это сейчас момент. Вникайте, вы офигеете. Смотрите, я вот снял панель, снял вот это. И такой, оп. Смотрю, а кто у меня там? О, сидит. Живой. Живой сидит котик. Теперь будем думать, как его оттуда доставать. Затем повезу ветеринарку. Йоу. Всем всего хорошего. Стоп агрессия рулит. А также вы, дорогие друзья, которые уже не первый день помогаете нам. А мы попробуем спасти это бедное маленькое животное. И вылечить его, а также поднять и вырастить. Это был джедай. Всем всего хорошего. Любите животных.